Для меня живопись – самое большое счастье. Мольберт, холст – всегда мои спутники. Я могу выговариваться цветом, линией, формой. Картина отражает все, что я могу чувствовать. Творчество необходимо мне как воздух. Иногда проживания настолько сильные, что их просто необходимо переместить на холст. Меня воодушевляют новые материалы, техники. Я верю, что любое творческое произведение – это всегда соавторство того, кто написал, и того, кто смотрит, слышит, читает. И каждый раз это новые смыслы. В некоторые дни я полностью погружаюсь в написание картин. Не уверена, что в этом процессе я есть. Скорее, моя рука двигается с кистью. Я в этот момент в абсолютной тишине и спокойствии. Искусство учит нас видеть красоту окружающего мира.